Совсем недавно перед матчем с Россией на этом поле разминался первый обладатель золотого мяча из Хорватии Лука Модрич. Теперь завязывают атаки, вскрывают оборону, используют голевые моменты. Новое поколение сочинских футболистов, а точнее целая армия. Чтобы услышать гимн России, вынести государственный флаг и стать частью команды «Болбой» на чемпионате мира, этим мальчишкам пришлось даже конкурировать друг с другом. Отбирали самых успешных и выдержанных, чтобы находиться в непосредственной близости от звезд мирового футбола, подавая мячи и сдерживать выражение собственных эмоций, не разделяя радость побед и горесть поражений с болельщиками, что было строго запрещено. Нужны стальные нервы. В конце матча, когда было пенальти, мы как раз-таки стояли сзади ворот, где были пенальти. Там все кричали, свистели, когда хорваты били. Очень обидно стало, когда наши уже проиграли, последние пенальти забили нам. Я аж присел от... Грустно было очень, обидно. Чуть-чуть хотелось поплакать, но... Но эти ребята и сами умеют побеждать. Сочинские футболисты 14-15 лет и самый большой по количеству воспитанников спортшколы по футболу в крае на сегодняшний день – лидеры первенства России. Из 4 сыгранных матчей ни одного поражения. Они уже вышли из группы в основной этап. Весь мир трезвонит о том, что в России нет футбола. И в конце концов мы доказали, что в России есть футбол. И я должен сказать, что сборная России состояла не только из москвичей и из больших городов. Это, как правило, дети или воспитанники таких вот маленьких провинциальных городов. Но я не могу сказать, что Сочи провинциальный город. Но воспитанники именно вот из таких школ, они растут, вырастая и попадают в сборную России. Я надеюсь, что наше учреждение как раз то, такое учреждение, из которого должны вырасти чемпионы. Это первая тренировка на полях «Адлер-1», «Адлер-2». Родителям, тренерскому составу и чиновникам города пришлось в полном смысле слова выбивать эти поля в муниципальную собственность. Теперь детям есть, наконец, где разогнаться и в полную силу ударить по воротам. Поле уникальное. Потренироваться на натуральной траве, при том, которая полностью соответствует всем мировым требованиям, конечно же, это огромное везение для тех, кто сегодня занимается в муниципальных футбольных школах. Только в муниципальных школах тренируется порядка 3000 детей. В день поступает по 10 звонков от новичков. К 2019 году ожидается, что число наших футболистов достигнет 5000. Благодаря поддержке муниципалитета и футбольного клуба «Сочи» проектируются дополнительные поля в Красной Поляне, Краевско-Армянском, в перспективе микрорайон Донской. И из подобной инфраструктуры у города не было ничего. Теперь есть лучшее. Инга Габешия, телекомпания «ФКТ».